Всем привет, ребята! Алексей! Здорово! Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! Приехали мы сегодня в музеон. Музеон, замечательный парк. Себя показать. А возле парка Горького. Да, вот напротив парк Горького. Кстати, по парку Горького мы тоже прогулялись. Ссылка на канал Алексея Хомякова, ролик будет там. Да. Ссылку меня отправили. Да. Ссылку меня отправил, ссылка, короче. Да, ну в общем, что, пойдемте в музеон. Музеон, замечательный скульптурный ансамбль представлен здесь. А вот советских времен скульптуры, барельефы, скульптуры, памятники. Сейчас посмотрим. Да, также вот там вон Третьяковская галерея. И вроде бы еще работает парк ледяных скульптур, если еще они не растаяли, вроде бы да еще не работает. Должны, вроде. Уникальный. Каждогодний происходит здесь выставка. Ну, вот сейчас это посмотрим, ледяных скульптур. Увидим. Да, если работает, нам повезет. Да, в музеоне я был в далеком детстве, правда. Но был. А вот я предлагаю взять еще кофеёночку. А можно, а почему бы и нет? Перед походом. Сбодриться чуть-чуть, да? А? Чуть-чуть сбодриться. Сбодриться, вот американочка. Или латте. Я латте себе возьму. Я тоже латте себе возьму. Ну вот здесь можно также взять и согревающие напитки. Видите, всякие разные. Имбирный, глинтвейн, безалкогольный. Очень классное сочетание, имбирь и апельсин. Вот чай у меня есть, очень такой вкус прям получается. Европейский. Ну хорошо, там по ценам, пожалуйста. Вот. Я буду латте брать себе. Обожаю кофе латте. В общем, да, вот тут можно взять вот такую штучку. Сосиска в тесте типа, да. Прикольно здесь, белочка. Спасибо. Забрали вот такой вот латте. Стаканчики модные, гламурные. Да, какие. Спросили, кстати, про ледяные скульптуры. Да. Закончились они, закрылись в конце января. Ну ладно, что. Хотя бы могли бы еще февраль постоять. Ладно бы, если сказали, в конце февраля закрылись. А то в конце января закрылись. Ну да, еще можно было подержать. Можно было бы, ну, да. Вот центральный дом художника, там же вот и Третьяковская галерея. Как кофеек. Уже остыл. Уже остыл, реально. Не мудрено, на улице минус 2 градуса, а может и все минус 10. Кстати, к музеону, вот огромный памятник Петру Первому, он тоже причисляется к парку музеон. Да. Мы до него дойдем. Обязательно. Ты увидишь, какая-то громадина. Ну, посмотрим. Тут как-то все издали. Ну вот, видишь, тут разные скульптуры стоят вот. Да, вот они. Конечно, надо читать. Мы не осведомлены, нисколько, ребята, извините. Да, извините нас. Кругозор у нас в этом плане. Можете, да и не подойти вон к ним. Толком-то к ним и не подойти, не просто посмотреть. И ходите и смотрите. И смотрите. Да, мы вам покажем наше кино вам. Да. Кстати, кофеек неплохой. Неплохой, но маленько. Он уже холодненький. Нет, Ренатыч, а можно на самом деле туда зайти и просто вот посмотреть поверхностно, что там? Ну, давайте зайдем. Да, может быть. А давайте зайдем. А все-таки решили мы зайти посмотреть, пойдем, глянем, что да, там вообще. Третьяковская галерея. Как просто на будущее. На будущее, может, а может быть и сегодня что-нибудь там сейчас посмотрим. В общем, поели мы только что вареников. Будет этот ролик у Алексея на канале. Хотели сходить также на выставку, но стоит плакат о том, что фото- и видеосъемка запрещена, к сожалению. Поэтому не получится. Честно, хотели что-то поснимать, сходить там, как что-то выставку хотели поснимать, но, к сожалению, нельзя. Я это понял так, Алексей это тоже так же понял. Поэтому вот пойдем сейчас дальше гулять по улице. Это там вам поснимаем, покажем. Смотрите и не переключайтесь. Это здесь вот такой интересный магазинчик. О, какие. Конфетки какие-то. Картины показать. Не, ну я... А ты на еду. На еду, сразу. Да. Как магнитом. Да. О, какая картина, кстати, красивая. Романтичная. Блин, такую себе забрать, на стенку повесить.
Да и вешать некуда. Хотя если купить, то место как всегда найдется. Всегда найти можно. Главное ходить. Забрать, да? Вот книжечки такие. В общем, прикольный такой магазинчик. Не сказать, что большой, не сказать, что маленький. Такой нормальный. Чехлы есть. Блин, чехлы. Ну, на мой Xiaomi чехол, к сожалению, наверное, здесь не найти. Хотя айфоны, самсунги. Это все есть. Так. Ну вот, пожалуйста, есть чашечки, тарелочки, термы, кружки, термосы всякие. Ну, прикольно. Вот такую воду себе брать. Алексей нашел. Динамо, я думал, да? это магниты, это чехол для карты. Ну ладно. Буду в нем карту таскать. Либо просто дома поставлю. Кредитную или дебетовую? Не скажу, секрет. Да я просто дома поставлю. Ой, как коллекция. У меня шарф Динамо есть. Вот будет Динамо такой вот. Чехольчик красивый. Конфеточки. Кстати, как вариант на 8 марта. Скоро же 8 марта. Как вариант подарить. Маме вот. Маме, да. Такой оригинальный. Да, оригинальный, блин. Как дополнение. Да. Чехлы вот. Или вот, смотри, какие темные. Ну, я вот темный шоколад не люблю. И у меня тоже. Мне молочный. Он горьковатый. Мне молочный шоколад нравится. Да, полезный. Все равно как-то что-то не очень. Мармелад. А что ж такое мармелад? 250 рублей. Давайте я его возьму. Я возьму этот мармелад себе, да. Ну как, не себе, а маме, бате. Я, может быть, поем его, хотя я сладкий сейчас стараюсь не есть, но ладно. Взять можно, попробовать. В общем, такой вот магазинчик. Находится он в Третьяковской галерее. Можно что-то такое взять, прикупить, посмотреть. Мармелады всякие, в общем, так нормально здесь. Вот азбука, пожалуйста, есть. Азбука. Прикольно. Рыба. Сейчас сказки разные. Пойду оплачивать свои покупочки. Вышли мы, короче, с Третьяковской галереи. Выкатились, да? Напоминаю, на канале Алексея мы попробовали вареники. Я первый раз их попробовал. Знаешь, как, да. Как тот Симонов говорит, мало, пацаны. Мало, пацаны, да. А стоит как много, главное. Всех еще и пересолил. В общем, ролик на канале Алексея, наверное, уже вышел. Красиво, Ринальдс, попробовал. Да, красиво. Особо я не понял, ну ладно. Ничего. Ну так, в принципе, вкусно и так. В принципе, поесть можно, да. Ну. Начало положено. Да, хотели мы, конечно, на выставку сходить там, но, к сожалению, снимать нельзя, но мы это уже видели. Да. Поэтому приняли решение дальше пойти по музеону. Да. Ну, покажем вам скульптурную композицию, да, в парке музеон. Это тоже интересно. Очень интересно, поэтому. Так, вот она, это Третьяковская галерея. Ну, кому интересно, можете сходить. Ну, это дом художника, да, дом и Третьяковская галерея. В общем, кому интересно, можете сходить посмотреть. Дважды герой Советского Союза Степан Супрун. Из бронзы сделан. Красиво. Стоит. Ну, в общем, так нормально. На улице погода что-то. Зима пришла. Похолоднело совсем, да. Да. Там первые дни марта вообще шикарная была погода. Конечно. Я уже надеялся, что все, весна пришла. Тоже все так надеялись. Никто вот не тоже, забыт, да. Ничто не забыто. 85-й год. Медь. Сделано. Тоже красиво. Ну вот, тоже видите. Тут, конечно, весенним днем прогуливаться. Да, тут хорошо так. О чем задумываться. Да, естественно. История. Естественно. Вот памятник Дзержинскому. Он стоял на Новой площади. Да, сейчас теперь здесь стоит. Да, его перенесли сюда. Пойдем гуляем. Вам что-то здесь показываем. По левую руку храм Христа да, Спасителя. Да, вот он, кстати, по левую Между руку. Прочим, на храме Христа Спасителя есть обзорная площадка. Ничего себе. Да, по-моему, стоило 400 рублей. Надо же. Ну, мы, также памятник вот Петру. Он такой грандиозный, огромный. Но спорный. Да? Но спорный, да, потому что
ноги. Я помню, когда его только открыли, этот памятник, многие были в негодовании. Зачем, для чего? Ну поставили, поставили. Зураб Церетели. Да, пускай Зураб стоит. Церетели. Пускай стоит. Да. Ну, вот он, видите, автор. Какой шикарный памятник. Дзержинскому, да, находится. Вот видите, теперь здесь стоит. Такой массивный, величавый. Стоит, блин, наверх смотришь, аж страшно. Голова чуть-чуть что-то это покруживается. Ну, в общем, ладно, такой памятничек. Так вот, ребят, ходим, гуляем. Такая, да, скульптурная, да, композиция, к сожалению, время не щадит, вот они такие, да, почерневшие по чуть-чуть, да. Ну, может, отреставрируют когда-нибудь. Ну, может быть, балерина. Хотелось бы, чтобы это все. Балерина, 2004, да, год. А еще снегом вот здесь. Так вот видит автор балерину. Неплохо, нормально. Александр Сергеевич Пушкину там, да, много тоже стоит. Да, вот здесь, наверное. Я думаю, здесь это можно проходить. Видите, ну. Можно, да, но. Да, но здесь снегу по колено. Никто не ухаживает, да, почему-то. Как-то не, ну пройти странно. Можно, вот. Ну, пройти можно, да, вот, пожалуйста. А как ты думаешь, искусство требует жертвы? Ну вот и пойдем. Чтобы прикоснуться к искусству. Конечно. Конечно, видите. Ой. Крылатый ангел, смотри. Крылатый ангел вдохновения. Да. Какая замечательная скульптура. 99-й год. 99-й год я хорошо помню. Я, да, был тогда юношей, мне, а меня тогда не было. Лет. Тебя не было? Нет. Я слушал радиостанцию 106.8 FM. Нормально. Неплохо. Уже у меня были права, и я был владельцем ВАЗ-2106. Прекрасного. Ничего автомобиля себе. Цвета охра, правда, он весь был ржавый. А вот смотри, ну, ладно. Ой, зато машина. Ё, зато машина, ты что? Это кто такой? Это лучница. Это лучница. Лучница, да. Лучница. Видишь, как вот изображено? Да, вижу. Вот. Красиво. Вон Александр Сергеевич Пушкин прогуливается. Да, пойдемте, подойдем к нему. До него прогуляемся тоже. Обязательно. Ренатыч, ну скажи, ну культура. Ну конечно, культура. Чуть-чуть-то, конечно, хочется. Вот он. Часы раздумий. Да. Александр Сергеевич Пушкин. Часы раздумий. И материал, из которого сделан данный памятник, и здесь данная, да, культура. Да, прикоснуться. Крестный путь. Там крестный путь. Это неплохо сделано. Да, что-то чуть-чуть, правда, здесь не ухаживают, но ладно. Может быть. Начнут. Ангел-хранитель. Но. Ангел-хранитель московский, 97-й год. Видите, ребят. Надо же. Дай бог здоровья. Да. Здоровья всем надо нам. Георгий Попидан. Ну, да. Неплохо тоже сделано. Так, ну что, аккуратненько. Так, ну теперь здесь. Что-то главное слезть. Вот тут аллея вождей, вот, да, Ленин, Владимир Ильич. Брежнев. Брежнев, да. Да. Это Карл Маркс. Да. Видите, как? Тоже. Брежнев. Портрет Леонида Ильича Брежнева. Да. Конечно, может быть, если вы сейчас, ребят, напишите, что вы без подготовки, мне, да, надо было как-то хотя бы погуглить. Чуть-чуть подготовят. Ну, особо уже, не планировали, да, мимо проходя. Уже. Просто так решили зайти. Нет, имеется в виду, где были представлены вот эти монументы. Ну, понятно, я понял, да. Ну. Этот символ, я пытался найти информацию. Вот про это, да? Так особо не нашел, да, ну. Вроде бы, как знаешь, вот на проспектах такие ставили, вот, угу, на Ленинский проспект ты едешь, да, угу, и вот, ну, как бы так вот сделано. Вот проспект, и посередине вот там, вот он разделяется вот так вот. Я, и вот, понял. Стоял вот этот, типа такого вот. Нормально. СССР, да.
Ну, выглядит, тоже. Честно сказать, вот впечатляюще. Да, очень, на самом деле, да. Впечатляет, да. Массивно выглядит, впечатляюще. То есть они, ну, просто как вот символизировали, стояли. Нормально. Не лазьте на скульптуру, написано. Не, ну правильно, что зачем на нее лазить? А? Ну и правильно, зачем на нее лазить? Зачем? Не, ну, кто-то может и залезет, да. Ну, не мы. Да. Надо к Петру Первому сходить, да? Надо, сейчас сходим. Конечно, тут можно, тут их сотни этих скульптур да, тут, представлено. Да, тут, мне кажется, можно за целый день ходить, не обойти. Но был бы этот день весенним. Да, хотя бы снега вот только не было. Теплым весенним, вот, да. Ну, не подойти, не посмотреть поближе. Строительница, вот скульптура строительницы. Да, вот, ну, а что, женщины тоже большой вклад носят, штукатурят стены. Да, конечно. Тоже они и строить помогают. Конечно, конечно. Это же обои все клеить, ну, тоже разные, да, работы выполняют. Да, они тоже много, конечно, помогают. Женщины молодцы. Всех женщин с наступающим все, праздником. 8 марта, конечно, да. Конечно. Куда это же мы без вас? Вот нам сейчас без куда вас плохо. Очень. Очень плохо, да. Скучно, одиноко. Так что ты-то, Ренат, ты-то помоложе. Ну, давай. я-то в поиске, в активном. Поисковик, да? В активном, да. Ну, давай, не теряйся, ищи, уже. Ищи. Долго ты не заискивай, ядрёный. Да не. А то глазными яблоками не успеешь моргнуть, уже к 40 подгребаешь, ядрёный. Ладно. А ты все ищешь. Ну, ищу. Все ищу. Какой прекрасный деревянный настил. Да, как, кстати, по нему. Очень удобно по нему, да, идти. Да, удобно идти. Душевно. Благородно так даже. Душевно, да. Интересная идея, конечно. Вот батя сказать, пусть на даче так же сделает. Вот так, да? Так же, да? Типа так, да. А, ну, все, блин, правильно. Это очень дорого, мне кажется. Я тоже так думаю. Ну, вот эти скульптуры просто вот на каждом, да, буквально, да, шагу они здесь расположены. Парк скульптуры, самый большой, да, считается. Я торс, чест... Вот просто называется торс, пожалуйста. Торс, да. Ну, вот он, пожалуйста. Невооруженным глазом можно определить, что торс женский. Женский, да. Я, честно, почему-то думал... Не, да, я был в Мадионе, но совсем-совсем давно. Я почему-то думал, что он меньше. Можно, знаешь, пролететь и не заметить даже. Вот как-то скульптуры, они вот стоят сами по себе. Да, я говорю, они так вот... Вот да, вроде... Идешь, нет, бац, смотришь, опять появляются. Что-то вот такое, они, да. Разбросаны по всему парку, да, это, кстати, классно. Кажется, вроде хаотично, но на самом, да, деле нет. Тут, ну, аллеи тех, аллеи этих, да, да. Не, на самом деле очень правильно, что вот так, не все прям в одной куче, вот, да. Вот скульптура, мать с ребенком, вот, видишь. Да, мать. А я тоже, я вот сколько по работе вот тут вот бегу, так, жик-жик. А потом-то... Повнимательнее, прочит. Музеон. Что за музеон такой? Я говорю, я, ну, там вы... же проходил 10 раз. Почему я особо не замечал? Ну, я видел вроде вот так торчат. Ну да, вот так что-то. Я не понял, есть, что это скульптурный парк. Ну, видите, как... да, сколько разных открывается. В Москве есть что посмотреть, так, походить, погулять. Конечно. Вот так, мне кажется, весенним теплым днем. Весенним, да, теплым днем, ветерком особенно. Вот кардинал. Да, вот он, видите. 95-й год. Нормально все. Ну, вот, видите. Да? Ну, вон там вот Красный Октябрь, по другую сторону, да, Москвы реки. Шикарная там проходят фабрика, всякие модные, гламурные фэшн, всякие вот эти вот мероприятия. Там, ну, какие-то, понятно, тусуются свободные художники, там все вот эти, ну, вот, нормально, ребята там. Дон Симон, помню. Да, не удивляйтесь. Тоже, ой, ездил, ой, крутой, ой, на бэхе туда по ночам. Это, конечно, вот впечатляющий вот этот вот монумент. Да, вот он. Петр Первый. Блин, так величественно смотрится, величаво. Так, ё. Издалека, ну, смотришь, издалека, да, вообще. Да и поближе подходишь, тоже прямо что-то. Да, издалека смотришь, есть он и есть, а поближе... Да, прям вообще дух захватывает. Прям давит аж прям. Да, да, прям, видите, вот такой вот он, надо ближе подходить. Я подойду, почему бы, собственно говоря, и не подойти поближе.
не показать вам все это дело. Чутка маленько поближе. Да, видите, как это все смотрится прям огромно такой. И вот я вверх камеру поднимаю, голову поднимаю, даже маленько чуть-чуть это страшно становится. Да, видите, как такой величина. Вот Москва-река течет. Я помню, тоже что-то на Ютубе тоже лазил, и мне в рекомендованных выскочил ролик. Там два пацаненка решили на него залезть. И что? И вот они тын-тын-тын-тын-тын-тын только полезли, моментально к ним подбежали. Что тут делаем? Понятно, ну, правильно, правильно. Да, так зачем лазить-то, а? Так, любуйся, надо стой. Вот везде залезть. Так, любуйся, стой, зачем лазить-то? Непонятно. Сейчас такой, смотрите, памятник. Москва-река не замерзший, ничего, и течет потихонечку. Течет, как жизнь. Да, ветер ее чуть подгоняет. Это как-то спокойно здесь стоишь. Уходить прям даже не хочется. Находимся с вами на новом мосту. Вроде как он пока еще не полностью открыт. Но туда, куда нам надо, пройти можно. Это хорошо. Впереди храм Христа Спасителя. Действительно, да. Тут какая-то скульптура тоже расположена. Да, вот эта скульптура я вот, ну, до сих пор понять не могу, конечно. Да, почему? Не знаю, какая-то она спорная. Я понять не могу, нравится она мне или нет. Да вроде красиво смотрится. Не знаю, мне прикалывает, прикольно такая. Классная скульптура. Знаешь, как она называется? Как? Большая глина. Ну вот, ну действительно похоже. Нормально что. А ты что подумал, что это изображено такое? Не знаю, подумал. Вот тут какая-то на рыбу чем-то там похожа внизу. Большая глина. Нормально. Ну, неплохо что. Скульптура швейцарского художника Урса Фишера, презентующая... А где творение создания преображения? Не, ну нормально. Большая глина. То есть это глина, это изначальный материал, и лепи из нее все, что хочешь. Ну, действительно, из глины можно слепить любую вот скульптуру. Это изначальный материал. На самом деле в этом много что такого философского. Да. Видишь, она просто кусками лежит. Можно из нее барельеф, можно, да, скульптуру. Да, можно все что угодно сделать. Можно, да, вазу. Можно все, деву что... сделать, можно, деву, да, фигуристую сделать. Можно, да, да. Не, ну так красиво, нормально еще. Ну, раз, да, стоит, значит, пускай просто стоит. Просто вот так вот не знаешь, не совсем понятно, что это. Ну. Да. Теперь, когда мы знаем, да, все уже стало понятно. Все понятно, да, вот там. Все. Блин, могу сказать, что мост довольно на привычной высоте находится. Знаете, эта высота... чуть-чуть ощущается даже. И я не рискну подойти к краю, потому что я боюсь высоты. В этом крае. Ты тоже боишься высоты? Я тоже боюсь высоты. Да, я тоже. Для меня до сих пор загадка. Есть ролик, ребят, на канале. Я ходил на солнце Москвы. Для меня до сих пор загадка, как я туда решился пойти. Не, ну ладно, там кабины закрытые были. Я ходил не в ветреную погоду. А так, когда открыто, когда еще ветерок поддувает, все, капец. Я боюсь высоты. Ладно, страхи надо свои бороть. Чуть-чуть, маленько. Какая же красота впереди открывается. Красота вообще, блин, вообще неописуемая. Просто очень и очень здесь все, конечно. Я на самом деле здесь, вот, по-моему, как-то ни разу даже не ходил, а может быть и ходил, уже не помню. Место силы. Да, здесь прям реально очень-очень так прям величественно, а я как красиво. Раз снимал, помню, ролик про курьерство, да. И пошел дождь настолько сильный, да, есть такой ролик на канале. Пакет я нагло одел, он не есть помогал. Есть такой ролик, да, на канале, да. Алексея. Точно, я, да. Я посчитал, что это омовение произошло. Летом это дело, да, было. Да, был, есть такой ролик. Ну, думаю, сейчас через эти вот арочки можно будет туннельчик пройтись. Такой, да. Так красиво смотрится. Тоже можно загадать желание, наверное. Ну, тоже я про себя загадываю теперь желания. Да, вслух загадываешь. Конечно, тоже сбываются.
Ну, про себя тоже сбывается. Про себя даже чаще сбывается, чем когда ты говоришь вслух. Вот, сейчас вот раз. Я загадал. Я тоже. Да, ну хорошо. Не будем говорить, что за желание. Да. Мы загадали, а то вдруг здесь будет. А впереди вон, пожалуйста. Красная площадь виднеется, видите? Да. Тоже там неоднократно бывали мы с вами на Красной площади. На Красную площадь мы сегодня не пойдем. Не пойдем. Ну, как ноги доведут. Как-то так получается, что все наши коллаборации мы ходим на Красную площадь. Да, ну вот опять, по сути, сюда опять ноги привели все так, ноги что... Все ноги ведут на Красную площадь. То есть вообще где-то там вот мы начинали. Смотри, вон, пожалуйста, ролик. Вон дом художника. Да, смотри, вот он виднеется. Я думаю, смотри, сколько с тобой прошло. Нормально. А вы говорите, мы это, как у тебя называется, трансформация, да. Забросили проект. Вот именно, не он забросили. Полным ходом. Полным ходом. Вареники поели, они все уже ушли. Ну, их как будто и не было. Да. Там есть-то нечего. Четыре штучки. По тарелке размазали. Четыре штучки положили. Ну. За 1000 рублей. 1000 рублей просите. Да это капец вообще. Смотри, какой вот замечательный вид. Это да, вид вообще шикарный. Красота. Я хожу и любуюсь этим видом. Это просто красотища. Реально очень-очень красиво. Что здесь просто вот вообще. Надо же вот так вот. В Москве, видите, можно так подняться на мост, посмотреть красоту такую. Это очень круто, это очень приятно. Поэтому приезжайте в Москву, ходите, смотрите, есть где гуляйте. Конечно. Да, конечно. Да и зимой есть. Тоже. Да и зимой тоже, да, есть где. Так вот потеплее. Все... Потому что не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда. Да, все правильно. Все верно, да. Монахи тут расположены, стоят. Памятник воссоединения. Да. Так, смотрится массивно. Хорошо смотрится. Вот тоже, пожалуйста. Величественно, конечно. Величественно, да, все смотрится. Я так близко ни разу не был. Да, да. Да. Величественно. Это вон тоже там, видите. Ну это вот патриархом. Да. Это просто я не знаю, ребят. Я Германия. Другой веры, но все равно. Ничего в том такого нет, чтобы походить по территории, посмотреть. Тоже, да, как вы видите, красиво. Сверху вниз. А летом там вот фонтан. Летом фонтан, да. Да. Вот, может быть, и летом сюда приедем, почему бы. Вот и как нет. Раз летом можно и на смотровую площадку сходить. Да. Это летом. Сейчас зимой, что смотреть? На снег сверху вниз, он его и так хватает. А так вот, смотри, какое величие. Не, да? Вообще величие, я говорю, у меня даже слов нет, как это все описать. А ведь раньше, в советское время, здесь был бассейн Москва. Да? Да. Надо же. Он же был снесен, храм Христа Спасителя. Ага. Бассейн потом ну, построили. А потом опять построили потом храм. Потом восстановили, да. Ну, это, наверное, 90-е годы. Правильнее все-таки. Император Александр II. Вон впереди. Здесь тоже как величественно. Да. Львы такие. Прям красиво. Летом, я уверен, здесь еще, конечно, вот хоть интереснее. И мы окультуримся, и вам немножечко. И вам чуть-чуть окультуриться, да. То сидите дома, там, играете в свой PlayStation, а мы ходим, гуляем. Ренат и снимает вам контент. Контент, конечно. Не, да. Ну у нас ролики разные есть. И разные темы, и что-то мы иногда бывает. Да. И поедим бывает в роликах, и так просто. И бывает, что по каким-то там закупам игр ходим. Кстати, ну, все бывает, все бывает. Большой зарплаты. Да. Ничего себе, пати пицца, оказывается, еще работает. Я работает, знал, да? Да. Я не знал. Да. Ресторан пати, вот можно. Да, можно пиццы поесть. Кому а нравится есть, такая тема? Хочется. Кому нравится такая кому тема? Нравится, да. Это вот так вот здесь, видите. Так вот, тут можете сюда приехать. Фонари погулять. Тоже, смотри, фонари прям реально такие вот. Знаете, и массивные, какая-то душевность в них что ли есть. В этих фонарях, в общем. Старина. Очень даже да, неплохо какая-то. Здесь, да. Старина. Да.
Ну, вот такая вам сегодня прогулочка. Возможно, она не совсем информативная. Вот главный вход. Ну, в храме снимать, конечно. Нет, не будем. Возможно, прогулка не совсем информативная. Ну, так просто вам показать. Визуальная, да. Сувениры можно вот. Да, вот, пожалуйста. Монеты там, магниты. Да, пожалуйста. Вон, пожалуйста, видите. Вот эти 400 рублей, эти 300 рублей, пожалуйста. А ну это вот монетки такие, да. Такой потом по наследству внукам. Да, такой никому не продается. Такое только по наследству, конечно. Вот такой будет вот наследник. Нет, я другие куплю. Ага. Не, ну почему? С Москвой-то. С Москвой можно, да. Вон, смотрите, на доме Пожарский и Менин изображен. Красиво смотрится. Кремль, видите, он. Красиво, тоже, да? Да, 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 он на доме, говорю, он. А-а-а. Пожарский и Менин. Князь Владимир. Да, впереди. Красная прям площадь. Вот. Я миллион раз, вот если сейчас повернуть налево и туда-туда, это... Кропоткинская там. Я что-то, да, я или налево. Что-то я могу... Подожди. Вот так, это на Можайское шоссе туда пошло. А, туда, вот туда, да? Да. А, нормально. Я миллион раз, потому что я миллион раз ездил на машине вот здесь. А пешком ни разу, да? Совсем другое ощущение. Да, я этот пешком ходил много-много раз, и вот... И спасибо тебе, Ренатый, что ты мне задонатил 5000 рублей, чтобы я с тобой погулял, да, в твоем видео поучаствовал. Я же селебрити. Да, всегда пожалуйста. Да, ну когда бы я... Да, то вот. Так, вот просто пишу, Алексей Михайлович, давайте контент поснимем. Да, нет, не могу. Алексей Михайлович, давайте качественный контент снимать. А тут 5000 оформил. А я 5000 говорю. А Алексей мне сам сегодня написал с утра. Я проснуться не успел нормально. Алексей Ренатович, пойдем снимать контент. Да, ну, да, я думаю, да. Ну ладно, пойдем. Президент сам себя не снимет. Потом вспомнил, я же денег отправил. Ну, конечно, вообще, я ну конечно, ну как так? Ну, франшиза сегодня все-таки. Я на Ренатовича работаю. Франшиза все-таки, что вы хотели? Я-то франшиза, да, ё-моё. В общем, вот так вот здесь все, видите, как. Небольшой заторчик. Ну, для центра Москвы это нормально. Это даже, можно сказать, что свободно. А никогда не заторчик. Перед вами самый первый Макдональдс и самая первая вкусная точка. Да, это были самые первые. Да. Очередь была, что тогда, что тогда. Что тогда, что тогда, да, да, надо же. А смотри, а стильненько сделано. Стильненько, да? Да, его чуть подобновили. Картошечки, кепчет такой. Ой, это вообще прям вот логотип. Честно, сначала он как-то вызывал какие-то сомнения. Ну, то ли привыкли, то ли как-то вот поняли, нашел, что да? За логотип, да. Да и название. Да и название сначала, что за вкусная точка. Как только не коверкали, а сейчас вроде один нормально. Даже сказал контент-мейкер, это суррогатная версия Макдональдс. Ну, он просто... А сам главный ходит, туда щеку набивает. Да, ну он просто не шарил, наверное. И сейчас не шарит, да. В общем, короче, да. Что, давайте зайдем. Да? Да, что-нибудь поесть надо. Давайте зайдем. А то поедим. Да, конечно, писали, мы прошли это метро, искали. Заходили. Да, я с камерой. Прям с камерой захожу. Сейчас меня не выгонят, прям с камерой. Не выгонят. Как-то иди отсюда. Иди. Можно снимать. Тут прям с аппарата надо, да? Да. Вот так подходишь и так вот. Раз. Выбирает в зале. Ну, сейчас я что-то выберу и покажу вам, что я там наберу. Так, не знаю, что там выбирает себе Алексей. Я бихит себе в корзину добавил. Так, попить прохладительные напитки. Возьму себе добрый лимон лайм, берис. Возьму средний, маленьким не напиться, большой слишком мало. Так, лед не нужен, без льда. Применяем все это дело. Добавляем в заказ. О, уже две позиции на 300-200 рублей. О, нормально, я вам скажу. Так, честно, я в этих просто комбо особо не разбираюсь.
Поэтому, может быть, и комбо подешевле будет, но... Ладно, картошку фри я возьму. Куда, сдурел, что ли, большую, среднюю, я хотел сказать, маленькую картошку фри возьму, соус возьму. Барбекю мне нравится, вкусный соус. Ну, остальное, когда уже там заказ получу, покажу вам. Так, ну Алексей взял себе Big Special. Я больше фри, калорий жёг, чем Ринач. Картошку фри. Соуса сырного. И вот это типа меринды. 490 рублей и еще обошлось. У меня вот лайм, ну типа спрайта, Big Hit, картошка фри и креветочки. И соус. Ты еще креветочки ел, да. Ни хрена себе. Соус два. Один креветочка, второй картошка. Тебе еще два соуса? Да. Ни хрена себе, его жируют, да? Да. Ну, если это обошлось, молодежь, 590 рублей. Есть такой вот набор. Не, ну мы имеем право, мы аппетитно гуляли. Конечно, конечно. По да. полной программе сегодня. Да. Ну, ребят, всем, кто кушает, желаем приятного аппетита. Спасибо. Спасибо, да. Ребят, ну вот и заканчиваем мы свой ролик. Всем спасибо за просмотр. Еще бы Алексей, кто-то спасибо довез за участие. Да, еще бы кто-нибудь до дома довез и смонтировал для вас этот ролик. Прогулялись мы сегодня хорошо. Замечательно прогулялись, да, ребят. Так что рады то, что досмотрели до сие момента. Да, до прощения. Вот такие вот прогулочки, а почему бы нет, тоже да. замечательно так вот. Нет-нет, прогуляться, да? Да. Да. Вот люди тоже гуляют. Экскурсия пошла. Ну. Все, может, это сейчас вот пока еще так вот переходит все в весну, может, да. Потеплеет лето, может быть, таких прогулочек будет почаще. А там уже и велосипеды подтянутся модные. Да, там уже на велосипедах, может быть, куда-нибудь поедем. Так что разных контентов увидите вы у Ринатыча на камеру GoPro 9 снятых. Люблю я прогуляться по Москве, люблю. Не, на самом деле красиво, уютно, везде сегодня побывали. В центре нормально. Даже особо не замерзли. Да, особо не замерзли. Честно, даже сейчас там сидели во вкусной точке и даже чуть-чуть вспотел. Да. Да, сейчас нормально на улице. В общем, все, ребят, подписывайтесь на канал. Ссылка на канал Алексея в описании к этому ролику. Всем удачи и всем пока-пока. Увидимся в следующем ролике. Чао. Ну и переходите там по всем ссылкам в описании. Всем пока.